Во время рабочего визита в Ильинский район губернатор посетил местную среднюю общеобразовательную школу. В ней обучаются 379 человек. Глава региона направился прямиком в спортивный зал. Здесь запланирован большой капитальный ремонт с использованием средств регионального бюджета в рамках нового проекта «Детский спорт 37». Мы будем ремонтировать по этой программе спортивные залы наших муниципальных районов. Потому что спортивный зал в таких школах — это больше, чем спортивный зал. Там не только дети занимаются, это не секрет, но и зал всегда используется очень активно для разного рода мероприятий, поэтому мы должны так в этом смысле навести порядок. Вот это один из залов, который вошел в такую программу. На базе школы проходят различные районные соревнования. Учащиеся сдают нормы ГТО. За минувший учебный год знаки получили 28 ребят. На базе школы организован спортивный клуб для всех желающих. Здесь будет капитальный ремонт, начиная с окон. Значит, стены у нас будут покрыты специальными современными стеновыми панелями. На полу будет тоже покрытие специально для занятий спортом, физической культурой. Конечно же, мы сменим всю электрику полностью. Региональным бюджетом на ремонт этого зала предусмотрено 2,7 миллиона рублей. Сейчас проходит экспертизу все необходимые документы. При благополучном развитии событий новый зал, а также раздевалки и туалетные комнаты у ребят появятся уже в этом году. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Ильинский район.